чи будуть коментарі, чи... Поговорити можна? Можна? Нужно. Раз это не мешает. Два. Слушай, тебе зверски повезло с педагогом, с мамой, с папой, а маме повезло с тобой. Я очень рада, что ты... Вот ты занимаешься на сцене тем, чем должен заниматься артист. А чем должен заниматься артист на сцене? Говорили когда-нибудь об этом? Вот он, публика есть. Что должен сделать артист для публики? Он должен их развеселить, чтобы был, они просто стали радостными. Чтобы... Вот! Он должен дарить радость! Ты правильно, ты занимаешься именно этим. Первой песней «Убил». Это вот репертуар, по-моему, number one. Вообще, как, не знаю, как это было вот найдено все. Это, ну, в общем... У меня нет слова, от нее эти хорошие выражения. Восторг. Так что у меня типа сегодня все 12, невзирая там на какие-то блохи в Ронсоне. Ну. У меня есть вопросы. Я уже давно хочу у него задать экспертам. Вот. Я хочу спросить у вас, я достоин для работы с музыкой? Конечно. 100 миллионов%. А у меня к тебе встречный вопрос. А почему появился такой вопрос? У тебя появились внутренние сомнения? Ну, просто мама моя директор музыкальной школы. И вся моя там вся моя семья там творческая там. Да, я знаю, кто твой папа. Какой он потрясающий тоже артист цирка. И какая у тебя замечательная артистичная сестричка. Почему возник вопрос, так, почему ребенок сомневается в том, достоин ли он? Знаешь как, вот есть у режиссеров такой вот принцип. Если человек спрашивает себя, нужен в номере стул или не нужен, значит не нужен. Потому что когда стул нужен, вопрос не возникает. Так вот, честно, я тебе очень желаю, чтобы у тебя вопрос... Достоин ты или не достоин заниматься музыкой не возникал, потому что мне кажется, что ты просто без этого зачахнешь и погибнешь. Ты делаешь то, что заставляет меня улыбаться. И за это тебе мое большое человеческое, музыкантское и какое-то еще спасибо. Спасибо еще. Я от єдиний, знову ж таки, додам момент, тому що, друзі, от ми тут всі дорослі, да, сидимо, ми ж настільки сумуємо за тим часом, коли було дитинство, ми настільки сумуємо за цими емоціями. І коли дитина у 10-12 років виходить на сцену і співає трагічну пісню, там, важку, там, про долю, про все, от, про ту полю, як вже казали про це, ну, це от все-таки десь воно, ну, не те. Тут виходить дитина, яка от просто з першої секунди закохує в себе. Тобі подобається чи не подобається це, але ти вже артист. Підеш, будеш там, лікарем чи кимось ще будеш іншим займатися, все одно ти будеш артистом. Тому що ти як вийдеш навіть на сцену в караоке захочеш поспівати, ти просто там підкориш усіх дівчат. Я тобі раджу ні в якому плані не завершувати свою сценічну кар'єру. І от таке побажання, мені здається, в Хеппі йому було тісно за цією установкою. От він мав прям вийти і одразу тут пригати, скакати, дарувати свою емоцію. Просто бомбісімо. Давай, не зупиняйся. Да, я теж думаю, що тобі ще рано прощальний концерт устраивати. Ще встигнеш. Перша оцінка. Вокальне виконання. 11, 11, 11 і 12 балів. Друга оцінка – зацікавленість виконавця у матеріалі. 12, всі 12. Третя оцінка – відповідність матеріалу віковим можливостям. Всі 12. Четверта оцінка – артистизм. Всі 12. П'ята оцінка – загальне враження. Всі 12. Я тебе вітаю. Я тебе вітаю. Ці кльові оцінки. Все, йдемо.